Красухина Дана, ученица 9 Б класса, стихотворение Михаила Луконина «Напоминание». Самый светлый, самый летний день в году, самый больший день Земли 22-го. Спали дети, зрели яблоки в саду. Вспоминаем, вспоминаем это снова. В Сталинграде Волга тихая плыла и баюкала прохлада переплеска. С увольнительной в кармашке дня ждала пограничная пехота возле Бреста. Спал Матросов, спал Гастелло в тишине. На рыбалку Павлов шел тропой недолгой. В Сталинграде мать письмо писала мне и звала меня домой, манила Волгой. Талалихин по Тверскому шел в ту ночь, у Никитиных прощался. Ночи мало с той, которой я ничем не смог помочь в день, когда она на улице рыдала. Вспоминаем эту ночь. И в этот час взрыв, что солнце погасил в кромешном гуле, сквозь повязки неумелой сочась, кровь народа залила в том июне. Шаг за шагом вспоминаем, день за днем, взрыв за взрывом, смерть за смертью, боль за боль, год за годом, опаленный огнем, год за годом, истекающий кровью. Вспоминаем торжество, как шли и шли, и Берлин открыли поворотом, и увидели просторы всей земли, проходя сквозь Бандербургские ворота. Сами звери поджигали свой рейхстаг. Дым последний очертания улиц путал, но Егоров и Кантария наш стяг воздрузили на качающийся купол. Только этот май и помнить, но июль еще стоит перед глазами, если жало начинают поднимать и охрипшими пророчить голосами. Мы не просто вспоминаем день войны, не для слез и мемуаров вспоминаем, чтобы люди мира вспоминать должны, мы об этой всей земле напоминаем.